Всем фолловерам привет, с вами снова Никэт. Я забыл свое приветствие, которое придумал недавно, но не важно. Да, я признаю, этот проект я взял у Тёмчика. Но я ссылку на него оставлю, 100%. Вот я умираю, вот прям, да. В общем, я создал новый аккаунт. И решил продолжить, типа, как бы его проект «Путь Леги». И пока не выбью Легу, собственно, не закончу проект. Дальше переходим к нику. Ник я решил вести, ну, самый такой небанальный прям. Путник это, допустим. Да. А чё бы и нет? То есть, надо же отличаться как-нибудь. Да. Тем более, дальше там было такое, что пипец. Так что я вас предупреждаю. Вот, короче, сыграл я первую игру, а это бац, и тут бац, у меня уже 32 кубка. Я такой, ну как бы, вот, тут собираю сейчас все, что тут есть, чтобы выиграть себе столкновение. Я специально набивал кубки для столкновения. Это обычный видеоролик с минимальным монтажом, но я думаю, вам понравится этот контент, и я буду стараться чаще снимать такие видеоролики, если это будет набирать хорошие лайки там. Ну, как вы понимаете, лайк поставьте. Я буду, не буду собирать этот Brawl Pass до 44, как делал он в видео. В общем, тут вообще посмотрим на трофейную линию, там, типа, что там, кто там. Вот, видите, как бы у меня тут боет Кольт, как бы уже 102 кубка. Да, вы не замечаете, как это происходит, но это быстро происходит. И, да, вот меня замучил вот этот вот долгий подбор, он прям... Не знаю, как будто чемпионат мира по СДЖ, блин, нет, или что-то типа такого. Но реально, ну чё так долго? О, загрузилась. В общем, как бы встретил путь Леги. Путь Леги. Да, это тоже человек, подписчик Тёмчика. Согласен, да. А чё бы и нет. Видите, еще один путь Леги. Три путя Леги. Вот это вот, о чем я вам говорил. И тут меня закрысил вот этот комар, но его убили. Но все равно я больше тимиться не буду. Хотя, кого я обманываю? Я там тимимся, перетимимся с этими путями Лег, поэтому... Вот, собственно, я добываю сундук. И тут... человек. Правда, это не человек, это Шелли. Ну, неважно. Короче, она тут, я тут тимлюсь в кустах зачем-то. Я не понимаю, зачем, но неважно. Мне нужно апнуть 300 кубков. И, собственно, опять путь Леги. Опять путь Леги. Опять путь Леги. Это ничего такого не значит, то что прям серьезно, но как бы... Давайте я вам доскажу все-таки до конца. Мне нужно апнуть 300 кубков, чтобы открыть квесты. И там уже по Brawl Pass'у начинать все открывать. Меня закрасили. А что вы ожидали, да? Ну, в общем, загрузка долгая, которая закончилась быстро. И тут опять путь Леги. Я не знаю, как так получается, но путей, неважно, путей Лег очень много. И, да... А что вы ожидали? Если вот прям видео реально залетело у него, мне понравилась идея, я просто взял ее и, как бы, собственно, все, снял видео. Сожалеем этому путю Леги, но его прям у меня на глазах убили. Ну, неважно, да, я согласен. Ты что, это не так важно? Воу-в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 оу
Я все это время говорю бесперерывно, без отрывов. Да. Нет. Ну что ж, смотрите. Как бы опять 9 игроков, бойцов, неважно. Добывай вот этот вот сундучок. Не знаю, что он тут делает. Ты что стоишь? Ну, стоял. Да, не сундук. Посрать. В общем, сундук стоял и нет его. Да, остается только вот спидран 30к. Тоже подписчик Тёмчик. Я не знаю. Если вот вы начинаете играть в Brawl Stars, то не удивляйтесь, если увидите там всякие пути Никета, пути Леги, там
пути спидран 30к, да. А, кстати, этот аккаунт я могу разыграть среди вас. Да, накосали подписчиков, то есть долго придется это делать, но тем не менее, давайте продолжим, там донат будет. Вот, короче, 302 кубка, квесты открылись, это прекрасно, просто шикарно, докажи же, вот, видишь, она радостная. И как бы вот, да, именно вот так вот и живем. Забираю кольта, сейчас заберу жетоны, и, собственно, все будет чики-пыки, перданыки, у меня уже вон что. Думаю, это неинтересно, давайте перейдем сразу же к сути, как я начал зарабатывать очень много с Брал Пасса, с квестов, то есть, смотрите, вот сейчас заходим в квесты, и вот с этого момента вы сейчас вначале подофигеете, наверное, а может быть для кого-то это не офигевительная новость, ну, я это все прошел, ну, да, я не буду вам спойлерить. А ведь тут целых 6 страниц. Я их выполнил, причем за час. Ну, не считая школы, собственно. В общем, тут я 14 кубков, 14 банок. Ё-моё, Ника, что ты... Вот, победили. И, собственно, квест выполнен, но... Это не так важно прям сильно, прям, чтобы... Я сейчас покажу, где много квестов выполнил. Давайте я буду показывать лучше квесты. Вот, как бы вот, выполню. Сейчас я вам покажу еще один раз, когда я выполню квест. Ну, в общем-то, дальше я не решил себя почему-то снимать. Поэтому, собственно, вот, 2 из 2 осталось. И... Все, последний квест, который я решил не выполнять. И смотрите, смотрите, 76 кубков, 6330. Да, это пойдет на превьюшку. Собственно, это все, что вы могли увидеть. Это Brawl Pass самый настоящий. И я дойду до 60 за этих 4 дня. Вот, выполняю квест уже на кольта. Собственно, а чё бы и нет. И вот, как бы, моя каточка, как она прошла. Собственно, 19 банок. Круто там, весело. Как бы мы победили. И... Все чики-пыки, перданыки. Извините за то, что у меня такие шутки. Скоро я меня забаню. В общем, вот я сделал все квесты за него. Просто лень, наверное, опять было, да? Я угадал? Да. Нет. Нет, не-не-не. Я еще, по-моему, что-то делал. Вон трясу то, что у меня там 20 гемов, блин, вообще. Вот, все. Плюс 1. Плюс 270, да. Так как и кнопки играть снова нету, я буду выхожу вот все часто. И вот опять выполнил квест. Собственно, все. Вторая часть будет на 10 лайках. Спасибо за просмотр. Удачи!